Библейский портал экзегет.ру представляет 14 глава книги Бытия, перевод российского библейского общества, читаю для библейского портала экзегет. В 14 главе появляется самый загадочный персонаж книги Бытия, скоро мы его увидим. Авраам странствует по Ханаану, Палестине, Израилю, Святой Земле, все это названия одной и той же территории. И еще толком ничего не знает о том, что будет. Он только доверяет Богу, который обещал ему, что вся эта земля будет его. А пока много разных народов, какие-то государственные или, скорее, протогосударственные образования, племена какие-то туда-сюда тоже кочуют, они сталкиваются друг с другом. Среди всего этого вот это маленькое зернышко, как там где-то в глыбах почвы, там вокруг тектонические разломы, там бурлит что-то, а там зернышко прорастает. Вот это семья Авраама правление Амрафела, царя Шинарского, Ореоха, царя Эласарского, Кедарла Омера, царя Иламского, Тидала, царя Гаимского. Ну, все, конечно, знают этих царей, правда? Знаменитые цари в свое время были. Авраамы знают сегодня все, тогда не знал никто. Была война. Они пошли походом на Беру царя Содома, Бершу царя Гамор, Шинавы царя Адмы, Шемевера царя Цивуима и царя Белы, что ныне зовется Цор. Еще одна группа очень знаменитых в свое время царей собравших свои войска в долине Сидим, ныне Мертвое море, да, даже и долины этой уже нету. 12 лет они были под игом Кедрлаомера, на 13-х сбунтовались, а на 14-й год пришел Кедрлаомер со своими союзниками. Ну, все как всегда, да, кто-то кого-то покорил, потом они освободились, потом заново их завоевать надо. Они разбили Рифаимов, Рифаимы не очень понятно кто, какие-то легендарные гигантские люди. Здесь это не объясняется. Потому что род Карнайми, Зузеев, Хайми, Имеев, Шавек Кирьятаями, Ихареев и горной стране Сир Уэлл Парана, что на краю пустыни, тоже все знаменитые народы, да? Вот слушайте, сколько в истории вот этого всего, что потом становится мусором какими-то пустыми словами, названиями народов, стран, э, именами вождей, которые никому ничего не говорят. И мы читаем это как перечень каких-то, я не знаю, прошлогодние листья рассыпанные, да, там э, весной из-под снега появляются и их сжигают, потому что, ну, никому они не нужны. Вот эти перечни сейчас так выглядят. Один, один Авраам остался из всех в памяти. Оттуда они повернули к Энмишпату, что на не зовется Кадеш, и опустошили земли Амаликитян и Амареев, обитающих в Кассацион-Тамаре. Ну вот, великое войско, да, громит всех подряд. Царь Содома, царь Гамора, царь Адмы, царь Саваима и царь Белла, что на них зовется Цор, вышли навстречу и в долине Сидим вступили с ними в сражение с Кедрлаомером, царем Иламским, Тидалом, царем Гаимским, Амрафелом, царем Шинаровским, Ореохом, царем Иласарским. Да, это как на торжественном приеме там провозглашают там, барон такой-то, такой-то, да, и вот э, вся эта череда блистательных воинов и мощных правителей перед нами проходит и улетает в небытие. Четверо царей бились против пяти А в долине Сидим было множество ям Полных асфальта Асфальт, ну в данном случае Это вот такая густая жидкость но Нефтяной продукт, да Который застывает на солнце Воины царей Содома и Гамора Обратились в бегство и увязли в этих ямах Кто уцелел, те бежали в горы Победители забрали все богатства Содома и Гамора, все их припасы ушли прочь. Смотрите, вот э, даже вот этот асфальт, как, какая-то мелкая деталь, но вот э, это все мощное, торжественное, такое воинственное. А вот они вляпались в какую-то жижу и в ней завязли. И все, и никуда. Увели они и Лота, Авраама племянника, который жил в Содоме, и забрали все его добро. Ну, кстати, пограбили, да. Лот у нас же племянник Авраама, и он рядом с Содомом кончует. Его заодно захватили, потому что война, это прежде всего повод хорошо пограбить. Оно мало изменилось с тех пор. Один из уцелевших пришел к Аврааму еврею. Интересно, что Авраама называют евреем впервые. Строго говоря, евреи, они появились позже. От Авраама произошли и другие народы. Арабы, кстати если верить библейской генеалогии, но э, слово иври, э, по-видимому, обозначает э, кочевничество, переход с места на место от глагола авар переходить. Иври это тот, кто переходит. На самом деле из, из практики позднейших времен в русском языке ближе всего понятие казак, да, то есть такой вольный человек, который странствует. Он не оседло живет, а он все время там на коне скачет. Но Авраам не на коне, скорее там он на осле. Ну, неважно, то есть он не привязан к территории. И как и казак, он такой, за себя постоять готов, его не так-то просто обидеть. Так вот, значит, пришел к Аврааму еврею, который жил у Дубравы Мамре Амарея. У Мамре были братья школы АНР, они Авраам были связаны обязательно помогать друг другу. У нас была, был Дуб Морезис, с дубрава Мамре, вот спорят о том, это одно и то же или нет. Потому что почти очень похожие названия, но не совсем. Но неважно, он где-то жил, и у него с местным населением были хорошие отношения. Вот Это все, что мы знаем наверняка. Узнав, что племянник в плену, Авраам собрал своих людей, 318 человек, от рождения принадлежавших к его дому. Потом эти 318 станут символическим числом, которому дадут какие-то истолкования. Я думаю, что здесь это просто число. То есть э, Авраам странствует не один со своей женой Сарой. Да? У него там э, целое маленькое племя. Это его рабы, но рабство такое патриархальное, то есть они, в общем-то, у него живут довольно неплохо, они на него работают, он их кормит, и пустился в погоню. Около Дана ночью он окружил врагов, разбил их и преследовал до самых хавы, что к северу от Дамаска. Он отбил у врагов всю добычу, и лотос его добром, и женщины пленных. И мы задумываемся сразу, а что там, четыре царя, пять царей, Великая битва царей отряд в 318 человек победителей этой Великой войны разбил на голову. То есть цари это очевидно такие деревенские авторитеты, да, то есть из одной деревни там 20-30 человек, из с другой столько же. Ну вот, а что такое вся эта царская государственная власть? Еще у нас же тут нету великих империй, там, Ассирия, Вавилона, все позже, намного позже. А вот э, это такие крутые э, мужики, которые ходят друг друга убивать, грабить и все такое прочее, но, в принципе, решительный отряд всего лишь в 318 человек, с Божьей помощью, правда, одерживает мощную победу. А вот у нас появляется самый загадочный персонаж. Тут куча этих имен, царей, названий, устали уже от них, но их. Когда Авраам возвращался после победы над Кедрловомером и его союзниками, не будем их перечислять, утомительно, Царь Содома вышел навстречу Аврааму в долину Шаве, что ныне называется Царской долиной. Ну, понятно, царь Содома, его врагов разбил Авраам, надо как-то его поприветствовать. И вдруг Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Вышнего, кто это такой? Где это Салим? Неизвестно. Салим, конечно, очень похож на Иерусалим. И есть представление о том, что это действительно Иерусалим. Но кто такой Мелхиседек? Малкий цедок — это праведный царь или царь праведности, как-то по-разному можно это перевести, но общий смысл царя и праведности присутствует в этом имени однозначно. А э, Салим похож на слово мир, царь мира, мир, который не война. Вот после войны он встречает царя мира и одновременно царя праведности. И он еще и священник Бога Вышнего. Бог Вышний — это тот же самый Бог, что и Господь, или отдельно? Или, может быть, Мелхиседек э, почитает того же самого Бога, называя его другим именем? Мы не знаем. Скорее всего, да. Если так, получается, смотрите, Авраам — избранник, но ну, есть другой, о котором мы не знаем. Ну, вот если бы не этот эпизод, никто бы никогда Мелхиседека никакого не стал бы искать в Библии, да? Вот он только тут появляется, и он очень важный человек. Мелхиседек, царь Салим, и священник Бога Вышнего, вынес Аврааму хлеб и вино и благословил его такими словами. «Да благословит Авраама Бог Вышний, создатель неба и земли, благословен Бог Вышний, что врагов твоих предал в руки твои». Авраам дал Мелхиседеку десятую часть всей добычи. Конечно, из этого потом вырастет образность и в Новом Завете. Мелхиседек благословляет Авраама, Авраам уделяет ему десятую часть, приносит ему, по сути дела, налог, подать, да? пусть добровольно, но приносит, десятину отдает. Значит, Мелхиседек выше Авраама как же это он выше Авраама? В Новом Завете будет послание к евреям целое большое рассуждение. Он священник, а Авраам, который прародитель всех священников из колена Левия, да? Левий же от него, там Авраам, Исаак и Аков, от Иакова только Левий потом. Получается, Мелхоседек намного выше, это какое-то удивительное вышнее священство, да? Вот смотрите, мы можем думать, вот мы, избранный там народ, у нас правильная церковь, у нас то, все, пятое, десятое, мы, 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 а вдруг появляется кто-то, и мы перед этим кем-то дети, и он нас благословляет, мы ему служим, а не наоборот. И как это получается? Вот у Бога много всяких разных людей. У Бога служителей больше, чем нам кажется. Не думайте, что если вы такие прекрасные, вы такие избранные, что вам не перед кем преклонить колени. Очень даже может быть, что придется. Причем в самый неожиданный момент — триумф Авраама. Смотрите, не просто он гулял по улице, встретил Мелхиседека, да? а он победитель, он отбил своего племянника, он там, э, ну, вот момент его наивысшего триумфа, торжества, и он оказывается подчиненным, он оказывается э, вот каким-то вот мальчиком, которого благословляет непонятно кто. Непонятно, откуда взявшийся. И, конечно, мелхиседеки будут видеть прообраз Христа по этой причине. Царь Содома сказал Авраму, верни моих людей, а добычу оставь себе. Ну, то есть, это твой гонорар да, за победу. Только моих пленников отдай. Авраам ответил, я клянусь, воздев руку Господу Богу Вышнему, Создателю неба и земли. Вот отождествляется Бог Вышний, которого почитает мелхиседек и Создатель неба и земли. Значит, смотрите, оказывается, и Господа можно почитать под другим именем. Вот мы всегда думаем, наша религия самая правильная. Авраам тоже, наверное, думал, моя вера самая правильная. А приходит Мелхиседек, у него другое название для Бога. И все равно Мелхиседек прав, и более того, выше Авраама. Итак, клянусь, что не возьму из твоего добра ничего, ни нитки, ни ремешка от сандалии. Не говори потом, это я сделал Авраама богатым. Мне не нужно ничего, кроме того, что пошло моим людям на пропитание. Ну, то есть я ходил бесплатно, я своего племянника спас. Ну, правда, какие-то пошли, конечно, расходы на то, чтобы войско кормилось, пока длится военный поход. Вот оплати накладные расходы, а добычу все бери обратно. И пусть получат свою долю те, кто ходил со мной в поход. Анеры, школы, мамры. Но других соучастников он не лишает их доли. Да? То есть они, конечно, тогда, как и во многом сейчас война грабеж, вот они, конечно, должны взять свою долю награбленного, трофейного, как в поздние времена станут говорить, имущества. Аврааму нужно другое. Не богатство, хотя богатство, оно как-то к нему приходит. Ну, вообще, когда мы не думаем о том, что нам нужно это, часто нам это тоже дают. А что ему нужно, вот в 15 главе мы это прочитаем.